эту историю мне рассказывал нередко, а потом я писал мой учитель, психолог Алексей Николаевич Леонидович. Он описывал воображаемую ситуацию. Она заключалась в следующем. Представьте на секунду, что произошла катастрофа. И на планете Земля остались только 3-летние дети и вместе с ними памятники культуры. Остались библиотеки, остались кинотеатры, остались машины, стоящие на улицах. Осталось все, что было создано. И он задавал вопрос. Если бы остались 3-летние дети и все, что создано интеллектуальной культурой, искусством, прервалась бы история человечества или нет? Этот образ позволил мне задуматься и попробовать провести мысленный эксперимент. Начиная с 2009 по 2018 год, уже этого столетия, я оказался в странной роли. Директора мозгового центра, своего рода штаба, который взялся за наглую задачу создания нового образовательного пространства в России. Пространство, которое было бы пространством, отражающим единство разнообразия. Пространство, в котором был бы воздух свободы. Пространство, в котором бы дети вырастали как почемучки и никогда не переставали быть почемучками. И подумал, если Федеральный институт развития образования, на который меня забросила судьба в 2009 году, вдруг совсем исчезнет, как бывает с разными институциями, и зайдут на 3-й этаж Федерального института развития образования, где бушевали разные баталии, где рождались все стандарты образования, так называемые ВГОСы, где до хрипоты спорили мои коллеги Александр Адамский, Александр Кондаков, Александр Архангельский. Что-то меня тянет на одних Александров. Были и другие имена. Когда придут в это здание, а нас нет, чему они удивятся? Они удивятся многим вещам, но никто не сможет объяснить, зачем они тут, ради чего они тут, что это за вещи. И я подумал, а может быть, стоит раскрыть их смысл. А может быть, стоит не дожидаться, когда все покроется в буквальном смысле пеленой уходящего времени. А сегодня, здесь и теперь сказать об этом. И я это скажу. Начну с простых вещей. Мы находимся в том месте, которое называется кабинет. В этом кабинете, когда в него входили, люди нервно удивлялись. И когда в нее входил, например, мой коллега Эдуард Успенский, он спрашивал, а почему это тут, а почему то тут? И я ему рассказывал, я продолжил этот рассказ. Рядом со мной, если бы я ее сейчас качнул, находится неваляшка. Почему на столе человека, который отвечает за генерацию всех стандартов образования России, находится неваляшка. Спрашивали, вы любите детские игрушки? Конечно, люблю. Но неваляшка особая игрушка. Неваляшка, как образование России, которое хочет дышать свободно. Как ее не сгибай, оно раскачивается, раскачивается. И в отличие от шалтая-болтая, не разваливается, когда падает. Оно не падает. Оно движется. Оно символ движения. А с другой стороны спросим, а почему рядом с кабинетом портрет Жюля Верна?
Да потому что он написал «Наутилус», подводную лодку, на которой было выгравировано «Мобили иммобилис». Были выбиты эти слова «подвижный в подвижном». Так и образование России. Все время в пластах исторического времени это «подвижный в подвижном». Оно всегда трансформируется, меняется. Всегда были инноваторы и всегда были охранители традиционных норм. Всегда они были. И они были вместе. Они сосуществовали, а им казалось, что они совершенно на разных материках. Это была наивность. И тогда-то я и подумал сделать следующие вещи. Вдруг можно через те или иные символы, как Неваляшку, или тем более через житие следователей, которые запечатлены в ряде портретов, передать, чем мы дышали и будем дышать, и почему. Когда мы об этом говорим, мы не просто открываем залежи памяти. Неверно считать, что память – это окно в прошлое. Память – это орган прогнозирования будущего. И через память, обладая памятью, мы заглядываем и разгадываем, что случится. И поэтому попытаюсь раскодировать, передать смыслы ряда символов, которые жили в Федеральном институте развития образования. Символика первая. Третий этаж. Идешь, и на тебя со стены смотрят портреты Коперника, портреты Птолемея, портреты, не побоюсь этого слова, Зигмунда Фрейда. Но кто рядом с Фрейдом улыбается с большой бородой? Его зовут Карл Маркс. А кто не менее бородатый, тут же рядом, это Чарльз Дарвин. А кто чуть левее? Двое людей, которые спорили. Одного зовут Нильс Бор, а другого Альберт Эйнштейн. А рядом, кто это там притаился рядом? А рядом с ними на всех посматривает Микеланджело. Почему они вместе? Ответ следующий. Мне хотелось, чтобы по этим знакам культуры четко понимали следующее. Что такое развитие образования? Развитие образования – это смена картин мира. И поэтому история образования – интеллектуальная и нравственная эволюция образования – это смена картин мира. И эти картины мира меняли те, чьи лица мы видели, двигаясь по Институту развития образования. Картина мира как конфликт общества, как конфликт эволюции природы. Картина мира как конфликт в каждой личности. Три великих конфликтолога задали нам на долгие годы понимание изменения движений. Одного звали Чарльз Дарвин, что только через борьбу рождаются и появляются новые виды в эволюции планеты Земля. Ему вторит Карл Маркс. Только борьба классов. Что вы больше всего любите на свете, спрашивали его. И гордый любитель женщин и истории по имени Маркс, больше его женщин любил только Фридрих Энгельс в своей компании, заявляет, главное – это борьба классов, а не борьба видов. «Да что вы, – говорит Фрейд, – наивные вы мои. Вы правы, конфликт двигает миром. Вы правы, конфликт меняет разные представления о мире». Но главный конфликт – это конфликт между бессознательным и сверх-я, между сверх-я и оно. Они все разные, но каждый из них дал понимание движения через конфликт.
А кто это рядом, кто с ним не согласен, тоже на стене. Его зовут Петр Алексеевич Кропоткин. И рядом слова «взаимопомощь в мире людей и животных как драйвер эволюции». Не только конфликт, говорил Кропоткин, ему по-своему вторил Вернадский. Взаимопомощь, взаимодействие, путь к гуманизму, путь к ценности культуры. Каждый из этих мыслителей менял картину мира, совершал, как это уже часто называют, коперниканские революции или эволюции. И так менялась картина образования. Эти перепады, эти фазовые переходы в истории жизни надо было передать мне через образование, чтобы школьники понимали, есть динамика картин мира, и чтобы они выходили не со осколками, как Шалтай-Болтай, которому некого собрать. И вся королевская конница, вся королевская рать не могут Шалтай-Болтай собрать, чтобы образование давало картины мира. Но чтобы оно давало картины мира, зайдите в театр эволюции образования, где между собой на одной сцене третьего этажа встретились актеры по имени Фрейд и Маркс и Кропоткин. И каждый из них свою играет роль. Это передавалось, и это насыщало воздух и дискуссии, которые шли и рождали так называемое скупое слово в ГОС. Оно звучит как-то, нас любят сокращения. Мы делали и сделали вариативные стандарты, нестандартные стандарты образования. Мы предложили совершенно иные подходы к дополнительному образованию, которое должно быть главным. Мы выдвинули лозунг, когда в культуре трудно, дошкольники вперед. И тем самым создали уникальные стандарты дошкольного образования, которые абсолютно не стандарты, а поддерживают любое разнообразие. И все это происходило здесь, в стенах этого института и в этом небольшом кабинете. И это надо пояснять. Но мы двинемся дальше. Когда подходишь к кабинету, два человека смотрят на вас. Один из них – Яныш Корчик, другой – Дмитрий Лихачев. Это уже не когнитивные картины мира. Это ценностные картины мира. Это картины о том, ради чего мы живем. Ценностные горизонты задавали эти люди. А дальше откроем дверь, пройдем мимо Жюль Верна и окажемся рядом с другими героями моей жизни. Я хотел, чтобы их чувствовали, я хотел, чтобы их видели, чтобы понимали их личностные смыслы. Это Лев Семенович Выгодский, без которого нет для меня жизни и существования в образовании, который был всем – психологом, дефектологом, методологом, педагогом. И это мой учитель, создатель деятельностного подхода к психологии, который лег в основу стандартов и был назван системно-деятельностным подходом, Алексей Николаевич Леонтьев. Вчера, когда с одним из моих коллег на ночь мы обсуждали, как передать стиль личности Алексея Николаевича Леонтьева, Дмитрий Ушаков, академик РАН, ныне директор Института психологии Академии наук, обронил великолепную вещь. Он был тогда студентом, а я у него преподавателем. Он сказал: Александр Григорьевич, знаете, я вдруг подумал, а ведь Алексей Николаевич Леонтьев, он был интеллектуальным обольстителем, сказал. Он умел интеллектуально обольщать. И это предельно точно. И еще один стиль тех людей, которые рядом с нами. Чуть дальше. Алексей Алексеевич Леонтьев, создатель школы 2000, а потом 2100.
и создатель системы деятельности подхода, по стопам которого шла замечательная исследовательница Питерсон. Ее книги тоже вошли сейчас в плоть и суть образования. И рядом два любимых человека, любящих друг друга. Они назвали свою концепцию «развивающее обучение». Но говоря потом с Василием Васильевичем Давыдовым, я сказал, обучение – это технология. Вы сделали намного больше. Вы с Даниилом Борисовичем Ильконовым, который был похож на льва и оставался львом всю свою жизнь. Его голос об игре звучал как такая полная песня с разными мелодиями или о детстве. Они создали развивающее образование, а не развивающее обучение. Они сказали, в образовании нет остановок. Развитие, развитие и еще раз развитие. Высшая ценность, ради которой живем. Но рядом еще двое. Это, как ни парадоксально в этом ряду, писатель Владимир Тендряков, мой учитель, у которого я позаимствовал идею педагогика достоинства, и тот, кто больше всего писал произведения о достоинстве, Булат Шалович Акуджава. И здесь делаю остановку. У Акуджавы есть слова. Святая наука – расслышать друг друга. То место, в котором мы с вами находимся, это орган слышания друг друга при всех противоречивых мнениях в мире образования, при всех сменах погоды в социальной политике общества. Суметь услышать друг друга, не заслониться, не спрятаться, а услышать друг друга и понять его смысл. Поэтому мы сегодня находимся здесь, где рядом все эти люди, где история образования выступает как интеллектуальная эволюция и смена картины. И вот уже что-то сияет пред нами, но что-то погасло вдали, но что-то погасло вдали. Святая наука расслышать друг друга сквозь ветер на все времена. Две странницы вечных, любовь и разлука, поделятся с нами сполна. Две странницы вечных, любовь и разлука, делятся с нами сполна.